Здравствуйте, мои дорогие! Я дед Еремей. Сегодня у нас на календаре 17 ноября. И многие из вас отмечают День Ангела. Это день памяти святого, имя которого было дано христианину при крещении. Поздравляем с именинами Евгению. Это имя имеет древнегреческое происхождение и означает «благородного рода». Небесной покровительницей ее является преподобномученица Евгения Лысова, монахиня. В конце XIX века в селе Никитино жил бакалейщик, у которого была дочь Евдокия. Девочка с юных лет помогала отцу в работе, ежедневно продавала свежий и ароматный хлеб. Когда в 20 лет девушка осталась сиротой, она решила посвятить свою жизнь Господу. Немедля продала Евдокия всю скотину и устроила в небольшом домике себе келью. Спустя 10 лет она была пострижена в монашество с именем Евгения в Богословском монастыре Рязанской области. Матушка вернулась в родное село и стала прислуживать здесь при Покровской церкви. В тяжелые времена для священнослужителей двух прихожанок арестовали, а остальные верующие устроили дежурство у тюрьмы. Среди них была и монахиня Евгения. Вскоре всех дежуривших сестер арестовали, и матушку Евгению приговорили к 3 годам ссылки в Казахстан. Когда монахиня вернулась из ссылки, она поселилась в Егорьевске, поближе к остальным монахиням. Но уже через год матушку Евгению вновь арестовали и отправили в лагерь под Ташкентом. Условия этого этапа оказались столь тяжелы, что она не выдержала и отдала Богу свою чистую и непорочную душу. А еще своими молитвами к небесным заступникам мы поздравляем Иннокентия и Семена. Не забудьте посетить храм, а если возможно, то и причаститься. С Днем Ангела вас, мои дорогие! Пусть все святые молят Бога о нас. Да хранит вас Господь!